Сарика Продакшн Студио. Я тебя очень прошу, услышь. Я тебя очень прошу, услышь. Спойте еще. Послушай, там аккорд играет эту ноту. Ты вступаешь в конфликт с аккордом. Там одна нота, ты поешь другую. У вас какофония идет, понимаешь? От того, что я спою, никакого значения это имеет. Подожди. Послушай меня, я с тобой разговариваю. Никакого значения это иметь не будет. Потому что там уже аккорд стоит, эта нота играется, а ты берешь тупо другую поешь совсем. То есть ты даже этот аккорд не слышишь. Там прям вот останься, прям вот этот аккорд стоит с этой нотой. А ты сейчас мне отдельно поешь. Мне надо, чтобы ты в фонограмме пела. В аккомпанементе. Здравствуйте, друзья. Дамира Айтхожина приехала издалека, Сабайского района. Черт знает, где живет, короче. И она строго в час приезжает. У нее время час, потому что она на электричке добирается ко мне в студию, чтобы разучивать песни. И впоследствии с ними выступать, правильно? Да, хотелось бы. Буквально вчера мы сняли песню «Ты дарила мне розы». Вот, замечательно, хорошие отзывы. Великолепно, красиво, да, хорошо. Хвалили Дамиру. Она прям такая скромная. Нет, да. Нет, я плакала, мне так приятно. Она еще плакала, только никто этого не видел. Да. Но я верю, что она плакала. Ей заплакать, как мне чай попить сейчас. Да. Вот уже плачет, уже плачет. Это эмоции. Да, сейчас мы будем действительно плакать, потому что Дамира, ну, кроме того, что она любит Арбенина, она любит еще Земфиру. Вот таких вот девушек нестандартных, да? Но я решил опять не идти по легкому пути и Дамире дал песню, которую она не слышала, Земфирину. Это, по-моему, саундтрек какого-то фильма. «Мы разбиваемся» называется песня. Удивительно, что ты ее не слышала, ты так сильно любишь Земфиру, а ранние ее песни не слышала. Ну ладно, значит, мы начинаем репетицию. Ты готова? Куда деваться? Что-то выбор есть. Давай, работай. Мы разбегаемся по делам. Видишь? Да. Разбегаемся по делам. Молодец, только зачем ты так это громко-то? Аккуратно. Мы разбегаемся по делам. Где я заорал? Нигде. Мы разбегаемся по делам. Куда ты спешишь? Куда ты спешишь? Объясни мне, пожалуйста. Мы разбегаемся. Че, куда ты? Почему ты по делам резко хочешь спеть? Зачем? Мы разбегаемся по делам. Первую долю. По делам. Что там? Земля разбивается пополам. Все просто, прикинь. Земля разбивается пополам. Сотри меня, сотри. Смотри меня, останься. Прости. Понимать вместе, поехали. Останься, синкопы. Прости меня за слабость и за то, что я так странно и отчаянно люблю. Смотри в меня, останься. Прости. Вниз, с высоты вниз, а микрофон держишь далеко слишком. Земля разбивается пополам. Сотри меня. Так же. Смотри меня. Не, то же самое. Я же говорю, те же ноты.
смотри меня, смотри меня. То же самое. А потом уже останься. Мы разбегаемся. Иногда смотри, что я тоже стою. Я понимаю, что ты в эмоции увлекла все дела. Нет, я пытаюсь посмотреть. Смотри, что я тут стою, и тебе показываю тоже. Потому что ты же пока, для тебя это сырой материал. Вот я пытаюсь донести до тебя эту сырость, чтобы не сыро было, а более-менее внимательно. Смотри меня, смотри в меня. Ты не слышишь? Останься! Ся! Рядом нота, она выше должна быть. Останься! Нет, ся! Останься! Выше! Останься! Останься! Ты можешь так петь или нет? Рядом стоящие ноты, или ты не тебе нужно?